вами Юлия Ро. Сегодня мы поиграем в эту игру. Я не знаю точно, как она называется. Потому что она как бы на китайской. Так, что это? Вон. Ладно. У меня мордочка появилась, вы видите, это голубой. Это игра про котик. Это игра про нарисованного котика. Бежу. Так, заходим в белую дверь. Так, что-то это небезопасно выглядит. Совсем что-то небезопасно. То есть совсем. Надо 5 раз? Так, поняла. Это нам дает жизнь. Так понимаю, вот этот дверь нам тоже дают жильчику. Только почему? Или даже стул. А? Она меня поранит. О, жестко. Так тут не по просто одной, тут по все, поэтому у вас осталось один фиксер жизни в этой игре, если вы ее скачаете. Мой котик. А это его еще вдобавок чекпоинт. Прыгал, а я уже думал с первого уровня научу. Мой котик становится медленнее. Как только он получает урон, видите, он еще быстренький, да? Маленький, да, он маленький. Как только он получает рану, ему уже становится реально больно. Мой котик опять умеет. Он вот так вот слезает. Это будто бы... Ты не умрёшь, кот. Ну что я за тебя убираю? Твоя хозяйка просто тупица. Так, где чекпоинт? Блин. Следующего уровня я так не дотерплюсь. Там будет еще впереди чекпоинт. Моему котику уже очень больно. Что хочу сказать, и я тут ни при чем, я тут ничего. О! Так можно было легко. Ты что такая? Шары.
Куда я иду, чем больше я и хожу, чем больше мой котик поворот. Так туда по кубам прыгать, они... Они сверху облезли, да. Или что это понимают, что это логично, как бы. Так, а как я... Не. Следующий... Пам-бам-бам-бам. Ай! Котик, по чуть-чуть, котик. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Что, зеленый кот? Пошли вот туда, он говорит, типа, за ним должен пойти, да? Так меня подожди. Пошли туда, я типа за ним должна обязательно прийти за ним. Надо идти обязательно за ним, а нельзя за собой чисто просто так. Я, он уже в дверь ушел, а я все вместе. Да что они такие пестрасы? Обои. А теперь что с каждым уровнем должна тащить по одному в плюс? У меня теперь три друга. Рыкал. Чит, молчит. Идете все вместе. Мы все сердечки показываем. Здесь такая музычка прикольная, прямо. Ну, прям как он. Стараюсь за красным пойти. Так, все. Ждем. А меня они не забыли. Они меня не забывали. Надо, подождите чуть-чуть. С каждым подъемом выше меня становится. Thank you.
А, да, они меня забыли в этот раз. Раз. Ас. Апас. А про меня они забыли. Они тупые. Каждый потерял по жизни. Не лечился. Еще ни разу здесь и не умер. Меня забыли. А вдруг они сейчас на следующем уровне вперед идут? Меня не ждут. Потому что все ненавидят там белый. А вдруг я тут последняя? Что ты меня толкаешь? Что? На мне пропало лицо. Так все время это я пела. Так вот, милая музычка вся была. Это раз я пела. Появилась, не появилась. Он буквально. Потерял свою жизнь. Все, пока, с вами была Юлия.